Добрый день, любители ориентальных кошек. Меня зовут Муха Анна. Я владелец питомника ориентальных кошек в городе Полтава. Сегодня бы я хотела показать вам тех котят, которые у нас доступны к резервированию, они свободны. И в ближайшее время я буду в Киеве. Так что, если у вас будет желание зарезервировать нашего котенка, я привезу вам его лично в Киев. Хотела бы вам показать то, что у нас всего 7 котят в помете, двое из них уже нашли своих хозяев, причем в одну семью. Очень приятно о том, что хозяева понимают о том, что ориенталы – это социальные животные, и им необходим какой-нибудь компаньон. Если у вас есть дома другой котик, либо маленькая собачка, то ориентала можно брать и одного. Если у вас нет дома животных еще, то желательно их брать парно, либо же если кто-то в доме присутствует постоянно, для ориентала это не будет большим стрессом. И хочу вам показать вот черное пятнистое окошечко. Эта кошка у нас уезжает в Житомир, в семью. Красивое, длинное животное. Так, в паре вместе с этим шоколадным пятнистым котиком. Все котята у нас уже привиты, хорошо перенесли прививки. Котики уже простерилизованы. Так, это у нас заводная мышка, такая черная этикированная кошечка. Для любителей животных, у которых хотят, чтобы было очень весело, у кого есть детки, либо маленькие щенки, либо собачки, то вот такая вот ориентальная кошка отлично пошла бы в пару к собаке, либо уже к другому взрослому животному. Она очень настойчивая, очень игривая, очень подвижная, поэтому она себя всегда сможет защитить. Всем же она очень ласковая, в общем, очень холеричное животное. Дальше хочу вам показать голубого пятнистого котика. Котик у нас предлагается в качестве домашнего любимца. Очень красивый породный кот, уже кастрирован. Большие зеленые глаза, хороший профиль, отличные уши, очень короткая шерсть без подшерстка. Это будет идеальное животное для тех людей, которые бы хотели иметь себе одного котика. И он будет очень ручным и, скорее всего, будет на любом, будет сидеть у вас на руках и принимать вашу любовь и дарить ее вам. Так, следующая кошка у нас лиловая. Тикированная кошечка, тоже очень высокая будет кошка, длинная, поджарая, мускулистая, ласковое животное. Очень красивая кошка. Дальше у нас, прошу обратить людей, которые хотели бы себе взять кошку под разведение, на эту шоколадную тикированную красавицу. У нее хорошее тело, она будет на высоких лапах, зеленые глаза. Котята родились 18 апреля 2019 года, поэтому если вы находитесь за пределами Украины, транспортировка возможна после 18 июля. Августа, прошу прощения. Так, следующая кошка у нас это лиловая пятнистая кошечка. Посмотрите, какой красивый лиловый пятнистый окрас. Хорошая голова, прямой профиль, длинный хвост. Это животное тоже я подошло бы под разведение для тех людей, которые интересуются разведением животных. Но также все животные, которые вы посмотрели и вас интересовали в качестве домашнего любимца, можно приобрести. И на этом мы хотели бы закончить наше сегодняшнее видео. Обращайтесь личные сообщения. Мы всегда поможем вам с доставкой и консультацией. Всего хорошего и до свидания.